Итак, я приехал на шведскую ферму. Вот. Только что проходили здесь девочки с пони, лошадки маленькие. Вот, сейчас. Вот здесь такие пони. Маленькие. А здесь только маленькие или большие тоже лошади? Большие, наверное, тоже. Я не знаю. Идем относить кролика на Майорку. В отель. А, ну здесь есть отель для кроликов, и можно отнести, если нет времени смотреть за кроликом, то что здесь? Здесь есть кролики, которые находятся прямо на этой ферме. Ты можешь прийти, посмотреть их, погладить, покормить. Вот. Очень много. Вот. И приют для кроликов стоит 300 крон. Так тут все выглядит. Вот, сейчас идем относить кролика. Ну, мои родители уезжают, и на то время, пока их не будет, то мы должны отнести в приют кролика, чтобы за ним посмотрели. Вот. Идем. Вот это наш кролик. А здесь другие кролики. Такой здесь кролик тоже есть. Вот здесь вот так выглядит. Здесь очень, мне нравится. Красиво здесь вот. Как-то шведский стиль, все по-шведски. Вот. Вот, так что вот такое. Такие дела. Вот еще здесь такое. Выглядит все такое. Ой, вот. Вот мы уже оставили кролика, вот он уже сидит в клетке. В отеле. Так наш кролик выглядит. Вот.
курица полностью убавляется. Кролики. Сейчас мама зайдет. Она не косит. Он мартушек тоже может снять. Такие красивые хорюсики. Смотри, какие красивые, маленькие, они все ручные. Очень красивые. Их можно погладить. Можно. И вот очень красивые, маленькие. Их можно взять на руки. Это они... чьи-то мои или их? Нет, это на ферме, которая находится. Но если ты хочешь купить, ты можешь купить. Mm. Да, смотри, а сколько они стоят, мам? Я не знаю. Смотри, какой красавец. Mm. Красавчик. Они все ручные, очень красивые. Вот и серенький такой, колесик маленький. На ферме. Видишь, какой красивый. Вот. И есть черненькие. Они все очень хотят, чтобы их погладили. Они очень красивые. Там есть беленькие. Сейчас пойдем к беленькому. Где, в другой клетке? Да. Вон, смотри, смотри, Марта взяла своего любимца. Mm-hmm. Которого она очень любит. Мишки. А вот рыженький пьет воду. А его можно купить только здесь стекло? Что-то я не могу эту клетку открыть. Сейчас я открою. Она сиди. Вот это подай. Смотри, чтобы он не упал. Сейчас я тебе возьму веник и покажу. Хорошо. Смотри, какой есть красивый. Есть красивые веники. Есть. Вот смотри, какой красавец. Красивый. Такой... Смотри, как плюшевый. Толстый или большой? Толстенький, он еще маленький. Он не совсем большой. Он очень хороший. Почему-то немножко скучный. Да? Ну, полюси. Здесь у нас вот такой козлик, козел, не знаю, как правильно сказать. Не, много, той большой. Вот. Такой он. Смотри, сейчас твоя сестра будет кормить его, смотри. Это настоящий швед. Петер его зовут. Петер. Я что-то здесь, это... Петрик. Видишь, как Петя? Он ручной. Ручной, все тут ручные. Не боится. Он любит очень кушать и всех бьет. Кто подходит, он только хочет, чтобы брать. Бородатый. Нет. Да. Мам, меня приносил здесь. Очень больно. Вот. Ну, сейчас немного побудем здесь и домой. Сегодня очень жаркий день. Очень жаркий день, вот, солнечно.